Время не отдаляет нас от самой большой аварии ядерного века. Мир уже сделал из нее необходимые выводы, как сделал он их из Тримайла, критически пересмотрев все, что касается безопасности атомной энергетики. Люди с беспокойством следят за событиями в Советском Союзе, где быстрее, чем спадает радиоактивность вокруг Чернобыльской станции, нарастает тревога общества за последствия ядерной катастрофы. Нарастает неприятие всего ядерного. Критика ученых за их действия как до, так и после аварии часто не имеет границ. Вначале краткая справка. Чернобыльская атомная электростанция расположена в 130 километрах от столицы Украины города Киева, на берегу реки Припять. На начало 1986 года общая численность населения в 30-километровой зоне вокруг станции составляла около 100 тысяч человек, из которых 49 тысяч проживали в городе Припяти. На 1 января 1986 года электрическая мощность четырех блоков станции составляла 4 тысячи мегаватт. На станции использовались 4 реактора РБМК-1000. Аббревиатура расшифровывается так – реактор большой мощности канальный. В долине реки Припять был построен водоем-охладитель площадью 22 квадратных километра. Тепловая мощность одного блока станции с реактором РБМК – 3200 мегаватт, электрическая – 1000 мегаватт. Реактор располагается в бетонной шахте. Графитовая кладка, замедлитель нейтронов, собрана из отдельных блоков. В блоках имеются осевые вертикальные отверстия, через которые проходят цилиндрические трубы, технологические каналы. В них находится теплоноситель и размещены кассеты с ТВЭЛами. Высота активной зоны 7 метров, диаметр около 12 метров. РБМК-1000 гетерогенный канальный реактор на тепловых нейтронах. В нем в качестве топлива используется слабообогащенная двуокись урана, в качестве замедлителя графит, в качестве теплоносителя кипящая вода. Загрузка урана 190 тонн. Теплоноситель по индивидуальным трубопроводам подается снизу каждому топливному каналу. Пароводяная смесь отводится из верхней части каналов, также по индивидуальным трубопроводам. Электростанция с реактором РБМК-1000 работает по одноконтурной схеме. Пар из барабанов-сепараторов направляется непосредственно в турбины. Реактор имеет две независимые петли. Циркуляция теплоносителя в каждой петле осуществляется с помощью четырех главных циркуляционных насосов. Три являются рабочими и один резервным. Органы управления и контроля реактора РБМК состоят из 211 поглощающих стержней. Они функционально разделены на стержни ручного регулирования, стержни автоматического регулирования и стержни аварийной защиты. 25 апреля. На четвертом блоке при выводе его на плановый ремонт в ночное время проводились исследования режимов работы турбогенератора. Реактор работает на номинальной мощности 3200 мегаватт. Персонал приступил к выводу энергоблока на плановый ремонт.
Мощность снижена до 1600 мегаватт. В 13.05 отключен турбогенератор номер 7. 14.00. В соответствии с программой испытаний отключена система защиты от максимальной проектной аварии. Это одна из ошибок, допущенных при составлении программы. По требованию диспетчера вывод блока из работы задержан. В нарушении регламента эксплуатация блока продолжалась с отключенной защитой. 23.10. Продолжено снижение мощности до уровня 700 тысяч мегаватт, на котором запланировано проведение испытания режимов работы турбогенератора. Отключена система локального автоматического регулирования, но из-за недостаточной технической квалификации персонала мощность реактора не удалось стабилизировать на запланированном уровне. Мощность упала до 30 мегаватт. Реактор в трудноуправляемом состоянии. Энергоблок работает неустойчиво. Происходит отравление активной зоны. Необходимо остановить реактор. Включить его в работу можно было бы не раньше, чем через сутки. Но это означало бы, что испытания сорваны. Персонал принимает решение провести их. Система аварийной защиты реактора по давлению пара в барабанах-сепараторах не позволяет работать в неустойчивом режиме. Персонал отключает и эту защиту. Еще одно нарушение регламента. Мощность недостаточна для проведения испытаний. 26 апреля, 1 час ночи. Подъемом стержней регулирования персонал пытается увеличить мощность реактора. Мощность стабилизирована на уровне 200 мегаватт ценой подъема почти всех стержней регулирования. Хотя регламент категорически требует остановки реактора в подобных ситуациях. Это грубейшая ошибка персонала. Контроль над реактором потерян. Дополнительно к 6 работавшим циркуляционным насосам включено еще 2 находившихся в резерве. Ошибка персонала. Создаются условия для самопроизвольного роста мощности. С целью повторного испытания персонал принимает решение заблокировать еще одну аварийную систему глушения реактора по сигналу прекращения подачи пара к турбогенератору. 1 час 23 минуты 04 секунды. Прекращена подача пара к турбогенератору номер 8. Начаты запланированные испытания режимов его работы. Через некоторое время началось самопроизвольное повышение мощности. 1 час 23 минуты 40 секунд. По команде начальника смены в активную зону вводятся все стержни регулирования и аварийной защиты. Однако реактор был приведен персоналом в такое состояние, что система защиты уже не смогла предотвратить аварию. Конструкторы не учли возможности такой последовательности нарушений всех запретов. По свидетельству очевидцев, находившихся вне четвертого блока, примерно в 1 час 24 минуты раздались последовательно 2 взрыва. Над четвертым блоком взлетели горящие обломки и искры. Авария прервала цепную реакцию деления. В результате взрывов возникло около 30 очагов горения. Первоочередной задачей была борьба с начавшимся пожаром. К 5 часам утра пожар был ликвидирован. Авария вызвала разрушение активной зоны реактора и части здания. Горение графита в первые дни после аварии и остаточное тепловыделение привело к возникновению высоких температур. Из шахты реактора выносились радиоактивные частицы. С вертолета просматривались пятна раскаленной графитовой кладки. В первые дни после аварии выброшено несколько мегакюри радиоактивных продуктов. Немедленно были приняты меры по локализации аварии. Эвакуация проводилась последовательно из различных пунктов в зависимости от изменения радиационной обстановки вокруг станции. Уровень радиации в наиболее крупном населенном пункте, городе Припяти, стал повышаться только к вечеру 26 апреля. Эвакуация населения из Припяти началась утром 27 апреля и закончилась в течение нескольких часов. Всего из Припяти, Чернобыля,
и ряда других населенных пунктов эвакуировано 135 тысяч человек. Эти меры позволили предотвратить облучение населения выше допустимых пределов. Группа специалистов на военных вертолетах начала забрасывать аварийный реактор соединениями бора, доломитом, песком, глиной, свинцом. С 27 апреля по 10 мая было сброшено около 5000 тонн материалов. В результате шахта реактора была покрыта слоем сыпучей массы, интенсивно адсорбирующей аэрозольные частицы. К 6 мая выброс радиоактивности перестал быть существенным фактором, снизившись до нескольких сотен, а к концу месяца до десятков кюри в сутки. В результате аварии всего было выброшено 50 мегакюри радиоактивных продуктов, 3% от полной активности ядерного топлива реактора. Осуществление крупномасштабных и энергичных мер позволило в короткие сроки значительно улучшить обстановку на станции и в прилегающей зоне. Быстрыми темпами развернулись работы по дезактивации здания станции, оборудования и территории промышленной площадки. Был организован контроль и диагностика состояния аварийного блока. Контроль и диагностика предусматривали оценку масштабов разрушений, проведение дозиметрической разведки и определение возможности работы в сохранившихся помещениях энергоблока. С вертолетов проводились радиационные измерения, съемки разрушенного здания реактора и его элементов. Проводился анализ химического состава выделяющихся из шахты реактора газов. В начале мая с помощью датчиков, спускаемых с вертолетов, начато измерение температуры и полей гамма-излучения в пространстве над реакторной шахтой. Внутри реакторного здания были установлены датчики различного типа. Это позволило составить карту степени загрязнения помещений. Опыт использования робототехнических устройств в условиях значительных полей гамма-излучений показал их малую пригодность. С конца мая обстановка в значительной степени стабилизировалась. Авария привела к разрушению северной части здания. В завале видны 4 главных циркуляционных насоса на своих штатных местах. Арматура барабанов сепараторов. Циркуляционные насосы третьего энергоблока и помещения, где они расположены, не подверглись разрушению. Отсюда можно видеть насосы, находящиеся в разрушенной части четвертого энергоблока. Помещение главных циркуляционных насосов четвертого энергоблока южной стороны. Система герметичных помещений и прочно-плотных боксов, предназначенных для локализации аварии, снизила масштабы разрушения строительных конструкций и оборудования энергоблока. Специалисты смогли работать во многих помещениях уже в начале июня. До реактора 18 метров. Турбинный зал четвертого энергоблока. Турбинный зал третьего энергоблока. Сразу после аварии принято решение и начаты работы по изоляции аварийного блока строительной конструкции, получившей название «Укрытие». Доклад советских специалистов в Вене в августе 1986 года поразил мировое сообщество открытостью позиций. Это был первый рассказ о причинах аварии и эффективности послеаварийных мероприятий. Работы базировались на широко развернутых исследованиях состояния аварийного блока. Проводились измерения радиационных и температурных полей как внутри, так и за пределами реакторной установки. В начале августа на развале активной зоны установлены специальные датчики, диагностические буи. С их помощью проводились измерения полей гамма-излучения, тепловые потоки и скорости движения воздуха. Всего было установлено 13 диагностических буев. По мере доступа в различные помещения аварийного блока увеличивалось число точек контроля.
Это позволило осуществлять надежный контроль за состоянием блока, все шире использовать получаемые экспериментальные данные для проектирования укрытия. Измерение энерговыделения ядерного топлива, оставшегося в здании аварийного блока, показало, в шахте реактора и в окружающих его помещениях находится около 96% топлива от его полной загрузки. Это подтвердило аналогичную оценку, полученную ранее из данных по аварийным радиоактивным выбросам и выпадениям на местности. В процессе разведки в подреакторных помещениях были обнаружены значительные количества расплавленного песка, сброшенного на реактор в мае 1986 года. Это согласовалось со сделанным ранее выводом о том, что температура в шахте реактора в первые дни после аварии находилась на уровне 2000 градусов. Одновременно с этими исследованиями было проработано 18 вариантов проекта укрытия. Окончательный вариант, реализованный в дальнейшем, позволил предельно сократить сроки строительства укрытия, обеспечить необходимую надежность и безопасность. Была разработана концепция поэтапной защиты аварийного блока от его периферии к центру. Она позволяла строителям выполнять последующие операции под биологической защитой ранее выполненных конструкций. Было проведено бетонирование территории промышленной площадки и возведены защитные стены высотой 6-8 метров по наружному периметру аварийного энергоблока. В стороне, на безопасном расстоянии от аварийного блока, монтировались на специальных железнодорожных платформах каркасы защитных стен. С защищенной техникой они затем подавались к месту их установки и далее дистанционно бетонировались. Эти защитные стены позволяли осуществлять отдельные операции вблизи аварийного блока. Так была решена проблема подхода к зданию людей и техники. 1 декабря 1986 года, через 7 месяцев после аварии, объект укрытия передан эксплуатирующей организации. Северная защитная стена выполнена из бетона в виде террас высотой до 12 метров. Наружная опалубка уступов изготовлена из металлических щитов. Западная сторона энергоблока закрыта защитной железобетонной конструкцией. Между третьим и четвертым энергоблоками атомной электростанции выполнена бетонная разделительная стена. Выполнено покрытие над центральным залом и над разрушенной частью машинного зала. Для наблюдения за поведением конструкции укрытия установлены необходимые приборы, позволяющие контролировать деформации. Сооружением укрытия решены все главные задачи. Первое. Изоляция разрушенного блока, которая исключила выход радиоактивных аэрозолей в окружающую среду и защитила ее от проникающего излучения. Второе. Исключение условий для протекания цепной ядерной реакции. Третье. Предотвращение образования взрывоопасных газовых смесей. Четвертое. Обеспечение необходимого температурного режима с помощью вентиляции. Пятое. Обеспечение технического обслуживания и проведение долговременных наблюдений и исследований. Шестое. Обеспечение защиты эксплуатационного персонала. Информационно-диагностический комплекс укрытия надежно обеспечивает контроль за состоянием объекта. Анализ данных о мощностях радиационных доз, о температуре и тепловых потоках указывает на стабильное функционирование укрытия. Среднесуточный выброс радиоактивных продуктов не превышает 3 милликюри. Это в несколько раз меньше предельно допустимых норм для эксплуатации в нормальном режиме предприятий ядерной энергетики. Работы по возобновлению эксплуатации 1, 2, 3 блоков велись параллельно с консервацией 4 блока. Восстановительные работы были начаты с дезактивации зданий и сооружений энергоблоков и прилегающей территории.
На первом и втором блоках работы по дезактивации завершены в начале июля 1986 года. Был проведен съем загрязненной мягкой кровли на крышах зданий. Радиационная обстановка окончательно стабилизировалась и стала отвечать установленным нормам. Для обеспечения нормальных условий труда и отдыха персонала был разработан и реализован вахтовый метод эксплуатации станции. Академик Евгений Велихов, первый президент ядерного общества СССР, директор Института атомной энергии имени Курчатова. Ну, с точки зрения реактора, знаете, что фактически сейчас почти новый реактор. То есть такого рода события, которые развернулись в Чернобыле, на них просто невозможно. Это не значит, что они 100% безопасны, к сожалению. Потому что там, возможно, другие уже события такого типа, как на Three Mile Island, известны. Но на Чернобыльский невозможно. Вот вопрос очень важный был. Это вопрос о том, как подготовить людей жить вблизи Чернобыля, объяснить им, что можно, что нельзя. И вот здесь, надо сказать, наибольший наш провал. Он был связан, конечно, с совершенно ненужной секретностью, которая с самого начала была, и нам не удалось ее преодолеть, хотя старались. С отсутствием измерительных приборов, культуры, знаний. И это все-таки мы виноваты, потому что мы должны были все это вовремя внести, так сказать, дать населению. И, конечно, от того, как сейчас вот мы в результате, наверное, не многих лет удастся такие социальные, психологические, человеческие последствия Чернобыля решить, будет зависеть будущее атомной энергетики. После Чернобыля, хотя и сделано довольно много, но, конечно, совершенно недостаточно. Поэтому пройдет еще довольно большое время, пока, я думаю, и в связи с последствиями Чернобыля, и в связи с работами по безопасным атомным реакторам, общество воспримет атомную энергетику. Но то, что в начале будущего века атомная энергетика будет иметь новый взлет в мире, это очевидно. Но тут вот от нас очень многое будет зависеть. И от международного сотрудничества, конечно. Среди многих знаменитых сооружений, возведенных людьми, осенью 1986 года появилось еще одно. Всего за 5 месяцев трудом десятков тысяч людей на высоту 20-этажного дома поднялся над площадкой печально известный саркофаг. Внутри него почти 1000 помещений, сотни из которых были разрушены 26 апреля 1986 года. В часть из них попали обломки реактора. Раскаленное топливо расплавило бетон и сталь. Жидкая лава, прожигая бетонные стены, потекла по коридорам и трубам. Осенью 1986 года исследователи обнаружили гигантскую каплю застывшей лавы, которую назвали «слоновьей ногой». Мощность дозы возле нее составляла тогда 8000 рентген в час. Человеческая жизнь в поле такой радиации измеряется 3 минутами. Огромным напряжением сил разрушенный реактор был заключен в саркофаг. Теперь надо было добиться, чтобы ядерное топливо внутри него никогда уже не нанесло вред людям. А топлива осталось 180 тонн. И надо было знать о нем буквально все. Ученые наметили план проникновения вглубь разрушенного реактора. Шаг за шагом, через отвоеванные у радиации помещения, через специально пробуренные скважины, исследователи приближались к топливу. Сейчас нам с вами представляется редкая возможность заглянуть внутрь аварийного реактора. Хаос искореженных конструкций и бетон, попавший сюда при строительстве саркофага. 3 года понадобилось, чтобы достичь эпицентра Чернобыльской аварии. Перед нами поставлены такие задачи. Сделать так, чтобы было безопасным состояние укрытия. Это первая задача. Профессор Александр Боровой. Весне 89 года показали, что в смысле ядерной опасности нету ядерной опасности. Для этого потребовалось проникнуть во все помещения, где лежит топливо. Эти помещения, так сказать, все промерить, сделать эксперименты, взять
масса проб, отвезти их в Москву и Ленинград. То есть это огромный комплекс исследований на самом деле. И очень нелегких с точки зрения просто вот действий здесь на блоке. Потребовалось просверлить более 70 скважин. Это в двух словах даже невозможно описать. Ядерная опасность отступила. Сейчас осталась радиационная опасность. Мы сейчас стоим на той точке зрения, что нужно. Над существующим зданием относительно просто в нормальной дозовой обстановке возвести еще одно полностью герметическое здание, укрытие 2 его можно было бы назвать, которое не исключало бы для наших потомков возможность разобрать это, войти в него, разобрать и так далее. Но это укрытие 2 должно обладать следующим свойством. Что бы внутри ни происходило, наружу ничего чувствоваться не должно. Это вполне возможно. Технически осуществимо, и со строителями и проектировщиками мы сейчас прорабатываем как раз этот вариант. Ученые, которые первыми прошли, проползли, пробежали по коридорам четвертого блока страшной весной 1986 года, до сих пор не уходят из саркофага. Ими сделан главный для общества вывод. Распространение радиоактивности остановлено. Остатки реактора безопасны. Важно было определить характеристики выброса из реактора, составить карты радиоактивных выпадений. От этого зависела стратегия борьбы с аварией и, в конечном счете, здоровье людей. Воздушные пробы радиоактивного шлейфа над реактором в первые дни после аварии, сотни тысяч проб почвы, воды, воздуха, гамма-съемка с самолетов огромных площадей. Из всего этого складывались данные по выбросу и карты загрязнений. Сейчас эти результаты подтверждены тонкими измерениями состава оставшегося в блоке топлива, а знание распределения цезиевых пятен доведено до каждого двора в сотнях деревень. Но тогда, в мае 1986 года, когда были сделаны только первые оценки выброса, штабу физиков, который круглосуточно работал в кабинете директора Института атомной энергии имени Курчатова, нужно было принимать решение в условиях острого недостатка данных и времени. Можно только удивляться, как мало изменили те первые оценки, 4 последующих года исследований. Академик Спартак Беляев. Больше, чем 4 года. Даже удивляешься, как вообще было правильно сделано сразу же. Столько много хороших оценок было сделано. Довольно надежно. Хотя, конечно, были ошибки.